Сегодня у нас 13 декабря 2019 год. Вот расставляли шланги, это которые горизонтально бурение занимаются у нас в ограде. Вставляли буквально, говорит, Игнать Тихонович, на одни сутки. А прошло уже, наверное, больше месяца. Рано куда на меня, а я почувствовал, что-то сверх было. Там должен Игорь подъехать, хлеб подвезти. Ну ничего, нормально. Так его встретить надо. Иду. Отойдите! Игнатий Иванович! Отойдите! Куда вы идете?
Большие домов довели, а их нету, я пошел, никого нету. Я вам звонил тогда. Вы звонили только. Я говорю, не сюда дома, вы приедете, а меня нету. Как? Ну вот, вчера там отец. Сказали, ждите сегодня. Полдесятого, говорит, они раньше приехали. Ну да. Нам главное, чтобы выехали отсюда, опустили, провод не порвали. Вот он, если его сейчас положит, так, она вполне у него может. Это не будет, как надо. Сказали, надо все положить. Коробка, она чтобы легла на борт. Но она не так положит. Но она привязана, никуда не денется. Я буду по ширине смотреть, у меня центр тяжести-то не повернет туда. Вот такое дело. А вон где один-то, покажи. Там здание, вот отсюда видно. Вон тебе покажи, покажи, куда они проводили. Вот сюда вот проводи. Вот эти здания, вон отсюда видно, сейчас где я стою. Это улица Чехова там. Они туда газ вели. Дальше трубы ставили больше размером, я не знаю почему. Побольше маленько. Ну тогда, видимо, хватает. Это для воды надо большое. А для газа-то там полгорода будет, это же все там сколько домов, 5 или больше. Они поднимут, зачем?
Да, я снял. Вторую еще не снял. КамАЗ мощная техника. Ворота не сломали, ничего. Слава Христу, что? Да. Застыло. Ага, я тут за оградой, у нас тут эти трубы забирали, газовики. Сейчас там посмотри, как я набираю колечко. Вот тут цепочки. Я вот так вокруг раз, а там замочек. А у меня ключа-то нету. У тебя ключи нет? А я их снял. Не взял? Нет. А я потом закрою. Ключ здесь, все. Поехали домой. Слава Богу. Ничего не повредили, по-хорошему. Ну и некуда было ложить. Они боялись, что утащат его. А ее еще волоком зацепили, любая машина утащит. Угу. И они попросились и положили сюда. Ну все, слава Богу за все.